В Центре дополнительного образования «Спутник» прошли учения по антитеррористической защищенности. По сценарию учений сотрудники учебного заведения подверглись захвату со стороны неустановленных вооруженных лиц в актовом зале. Педагогический коллектив совместно с бойцами Росгвардии отработали механизм действий на случай подобного инцидента. Кроме того, были отработаны действия при возникновении воздушной тревоги, например, во время атаки БПЛА. Сегодня совместно со всеми структурами в нашем центре проводятся учения по отработке навыков при захвате заложников и при воздушной тревоге. Это мероприятие очень важно для нас, для педагогов, потому что от нас зависит обеспечение жизни, защита жизни наших ребят. Сегодня мы отработаем, как правильно себя вести при захвате заложников. Весь педагогический состав получит эти навыки. И затем мы еще проведем учения по отработке при воздушной тревоге.